Родился во Франции, сражался над Германией, а почил в Одесской земле. Это все про аса Марка Банье, который погиб 27 июля 1916 года во время испытательного полета. В честь летчика на территории Одесского авиаремонтного завода открыли памятную табличку. Предприятие – наследник знаменитого авиазавода «Анатра», где больше века назад Марк Банье был летчиком-испытателем. Французские дипломаты говорят, что память о каждом из 1,5 миллионов павших соотечественников в Первой мировой для них священна. За 1 мільйоном 400 померлими знаходиться 1 мільйон 400 власних інтимних приватних історій, які зворушують кожного із французів. І одна з таких історій – це історія молодшого лейтенанта Марка Бонье. От Украины участие в церемонии принял вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей Олег Урусский. Чиновник посещал завод с рабочим визитом, в котором нашлось место и для почетной миссии. Дуже багато пов'язано в нас, в нашій українській, в нашому авіапромі, саме з французькими нашими колегами, тому що ми стоїмо на території авіаційного заводу, де фактично зароджувалася авіаційна промисловість України понад 100 років тому. І ті наші давні зв'язки, як бачимо, вони продовжуються і сьогодні. Сподіваюся, що такі події вони будуть сприяти налагодженню і розширенню співробітництва між нашими двома великими країнами. Гостям показали заводской музей, ознакомились с продукцией, даже показали прототип того самого самолета, который испытывал Марк Бонье. История француза стала известна благодаря поискам благотворительного фонда имени Куриса. Его участники нашли могилу французского пилота на Втором Христианском и при поддержке посольства Франции ее восстановили. С учетом того, что военное время, и он трагически погиб здесь при испытаниях самолета, то члены его семьи не знали все это время, где конкретно закончил свой земной путь член их семьи. Поэтому, когда мы, совместив архивные источники с нашими, скажем, краеведческими данными, вышли на то, что это конкретно место захоронения Марка Банье, то мы связались от имени фонда Куриса, соучителем которого я являюсь, напрямую с посольством Франции, предоставили им все наши документы. Теперь историческая справедливость восстановлена. Могила героя известна, как и место его гибели, говорят краеведы. Поиск имен, восстановление деталей истории жизни других героев продолжаются. И вскоре в Одессе и регионе могут появиться и другие мемориальные знаки.